Марья Степановна, я прошу перенести продукцию в 6-й отдел. Что значит склад забитый? Нет, нет, мне надо говорить с директором, самим директором. Извините, присядьте, пожалуйста. Марья Степановна, делайте, как я прошу. Слушаю вас, какие у вас претензии? У меня вроде никаких претензий нет. Я наоборот, благодарность хочу объявить. Благодарность? Кому? Да тут у вас в отделе тканей продавщица есть. А что она натворила? Что случилось? Такая симпатичная, такая славная. Я ей все рассказала. И что ткань-то мне понравилась, пришлась по душе. Цена-то подходящая. И расцветочка симпатичная. И что фасон знаю, какой сделаю и куда надену. Надо же. Другая бы нагрубила, да. Отвернулась. Ну, это у нас бывает. А это нет, нет, ни разу меня не прервала. Не отвернулась. И все улыбалась. Да что? Пожалуйста, выпишите ей премию. Или в крайнем случае объявите благодарность. Благодарность. Ну, хорошо, а как она выглядит? Фамилию вы ее узнали? Ну, а чего там узнавать фамилию? Пойдемте, я покажу вам ее. Пойдемте. Пойдемте. Это? Не знаю. Материал, вот а ширина пощупайте какая? Сами. Вы мне можете сказать, какая ширина? Нет. Нет. Это? Скажите, где? Пожалуйста, у вас хлопок есть? Сколько? Синтетика у вас? Или хотя бы покажите да мне его в руках. Покажите, девушка, на ответе, пожалуйста. Нет. Он мне, я ему. Хлопок у меня, собственно, хотел. Ну, это точно не это. А, вот она, у окошка-то. Какая милая, славная. Нет, надо и премию выписать. Ну, как же я выпишу премию, мамаша? Это же манекен. Да вы что, батюшка, плохо видите, что ли? Какой же это манекен? Манекены вот они.